Итак, ребята, всем привет! Вы на канале Буран Гараж 35. И сегодня, как я вам обещал, подробная сборка со всеми нюансами коробки реверса снегохода Буран. Собирал я на примере трехрядки, но это сути дела не меня, двухрядная коробка собираться точно так же. Пару моментов забыл, это про подшипники. Подшипников у нас 5 штук, 2 205 и 3 подшипника 204. Второй момент, это про масло. В коробку заливается 400 грамм трансмиссионки, полусинтетики или синтетики. Тут по бюджету. Подробная замена масла сейчас здесь всплывет. Ссылка, проходите, посмотрите видео. Теперь ставим на паузу, идем на кухню, наливаем себе чаек, кофеек. Только после этого приступаем к просмотру. Внимательно смотрим, парни. Все, поехали. На примере трехрядки, да, допустим, у вас оборвало зубья вот на этой шестеренке, которая стоит у нас на 104 валу. Вот в этом месте она стоит вот так. Вот, если у вас оборвало, допустим, зубья или износило вот эту шестерню, вот эти именно шлицы, которые как бы идут с зацепом. Блин. С зацепом вот для этой шестерни. Так. Ну вот так они идут, раз и зацепляются. То есть вот эту шестеренку никаких проблем поменять нету, она просто сидит на шлицах. А вот эту шестеренку вы покупаете новую, да, и обязательно берите подшипники, новые подшипники. То есть вот этот подшипник идет с маркировкой 942 на 25, а вот этот подшипник 942 на 30. Это у нас на натяжник подшипник 30, а 25 у нас подшипник сюда идет. То есть, если вы, допустим, шестерню купите и подумаете, что вот этот подшипник можно будет снять со старой звездочки и засунуть сюда, парни, так не получится, вам его в жизни не, короче, не выбить. Всегда подшипник покупайте новый. Если вы живете где-то в отдаленных уголках России, берите просто по два подшипника. Они стоят недорого, но лучше два возьмите, потому что если у вас не получится первый подшипник вставить, вы опять будете там месяц-полтора ждать свои запчасти. Как-то так. То есть лучше взять новый. Стараемся вставить без помощи молотка. То есть прогреть на настоящую, чтобы оно расширилось. А сам подшипник, ну я только что снес его на улицу. У нас сейчас минус 7. И этот самый. На улице он остыл нормально. Достаточно. Так, подшипник сразу маленько смажу, чтобы полегче воткнулся. Ну и пробовал. Блин, не ставилось, пацан. Все, хотя бы так. Нормально. Как бы колотить нежелательно, конечно, но тут подшипник его не зажмет, так как сами иголки, видите, они сделаны как бы, даже если вы немножко подомнете вот эту кромку, то сами иголки не зажмет. Бахнем маслишко маленько. И все горячее. Сейчас оно остынет и будет все нормально. И напялим его уже на сам натяжник. Переместились в гараж к соседям, немножко попользуемся у их прессом, и надо перепрессовать, получается, на валу заднего хода шестерню. Сейчас эту спрессуем. Мы оказались снова у себя, и вот так вот она у нас получилась. Дай-ка я серый пример. Так, 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 так. И плюс-минус прикидываем по коробке. Оно должно где-то быть вот так. Около дерева. Ну, вроде осело до конца. Пресс больше не может. Даванул сколько есть. Вроде осело. Не осело еще, даванил. Собираем натяжник. Когда стоит двухрядная звездочка, проблем никаких попасть и натяжником не вставить его на место нету. Когда стоит трехрядная звезда, у нас получается
Не, когда стопорное кольцо закрыто, у нас вы никогда в жизни не попадете туда в отверстие этим шпеньком, потому что один ряд звездочки находится еще в корпусе, он мешает нам. Поэтому, как это делается? Когда это не знаешь, это очень сложно додуматься до этого, но когда уже несколько раз делал, все нормально. Берем стопорное кольцо, снимаем его и ставим обратно, вот таким образом. Сейчас я вам ближе, когда поставлю, покажу. То есть, так вот поставили и приподнимаем его как можно выше, вот в этом месте, аккуратненько, чтобы оно не слетело. Так вот раз, и так вот два. Сейчас я вам сфокусирую, покажу, как это сделать. Вот таким образом, вот так вот. То есть оно стоит на самом краю, видите, натяжника. Это все делается, чтобы был вот такой ход. Если вот такого хода не будет, вы никогда в жизни там в корпусе это кольцо не застегнете. Берем натяжник. И уже сейчас, то есть отодвигая звездочку сюда, в самое крайнее положение, попадаем в отверстие. Блин. Это еще все делает ловко, когда это все на столе, а когда это все на снегоходе, парни, это очень... Все проблематично. Так, крутим. Кручу-верчу, обмануть хочу. Что-то не получается. О, все, вставилось. Так. И теперь поджимаем сам корпус натяжника, поджали. И нам надо, получается, что получается, провернуть кольцо так, чтобы у нас сначала усы у него оказались сверху. Чтобы сначала усы закрыть, а потом... Само кольцо. Вот так вот, да? И отверточкой аккуратно, только не спешите, потому что это все может соскочить в обратную сторону и упасть вниз в коробку, когда это все стоит на снегоходе. Лучше 10 раз перебздеть и сделать это аккуратно, чем потом разбирать, полностью все снимать. Вот, видите, он почти здесь соскочил уже даже. Чпоньк. Оп, и все, колечко на месте защелкнулось. Офигительно. Сейчас кинем цепочку туда. Все примерно верно. Все, конечно, плюс-минус рядом близко. И поэтому, когда ставите трехрядный комплект, надо, грубо говоря, собрали всю коробку, залили трансмиссионки, прокатились буквально 100 километров, сливаете и смотрите на предмет стружки. Если стружка есть, заливаете, промываете коробку, заливаете снова масло, новое. Через 100 километров снова сливаете масло и смотрите. Потому что она, трехрядка идет, она вообще впритык в этих коробках. Это коробки старого образца, в новых коробках чуть пошире место сделано, там немножко места для маневров больше. Вот. Но все равно там тоже такую же процедуру надо проделать. Я вам показал сейчас самый простой метод поставить натяжитель на место. Блин, если вы будете там этот кольцо застегивать на месте прямо, я не знаю, ну тут, блин, у вас нервов просто не хватит, и вы обольете буран этим бензином и сожгете его. Следующий момент, нюанс по сборке коробки. Все звезды выровнять относительно звезды натяжника, потому что звезда натяжника, она встает в одно положение и все. То есть... Вот если так посмотрите, блин, на камеру мне очень сложно вам показать, но вал заднего хода у меня встал как надо. А вот 104 вал, возьмем штангенциркуль, и вот так если приложить к звездочке на 104 валу, так, плотненько, звездочка на 104 валу, и на этом валу, и мы наблюдаем зазор, в районе, ну, миллиметра нету, но 0,8 точно тут есть, миллиметра нету, вот так. То есть это получается, что я уже, допустим, когда вот эту звезду ставил, собирал, да, я уже подрезал вот эту втулку подрезал уже на 0,5, чтобы у меня здесь получился зазор, чтобы звезду не закусывало. Это зазор нужен в районе 0,5, потому что это все дело еще нагреется, расширится и может зажать, ну, во втулке это шестеренку может зажать. Надо это учитывать.
То есть сделал так, чтобы звездочка крутилась свободненько. На 0,5 я ее уже подрезал. Вот. И получается еще 0,8 у нас плюс-минус где-то несовпадение. То еще на 0,8 надо подрезать вот эту втулку. Это получается, мы втулку подрезаем на 0,8. У нас шестерня сдвинется в ту сторону. А вот в это место... Здесь стоит стопорное кольцо, и мы сюда подложим шайбочку. Вот такая у меня шайба есть, она как раз, наверное, 0,8. Мы ее сюда бахнем, и все будет четенько. То есть это надо учитывать. Это надо учитывать при сборке коробки, ну, при установке именно вот трехрядки. Целый день я сегодня с этой коробкой, мне она уже надоела, блин, найти все. Было бы это незнакомому, то я бы плюнул, даже не стал бы ничего делать. Делайте сами, как хотите, но... То есть это комплект. Почему такая получается возня с ним? Это комплект Рыбинский, да, производство в Рыбинске, просто сделано кооперативно, так скажем. Качество изготовления, ну, блин, на отстойном уровне. Если бы был этот комплект трехрядки от альтернативной техники, производитель Снегоход, да, Бурлак, то там вообще просто-напросто... Все четко сделано. Сейчас я вам принесу показать. У меня есть одна звездочка. Вот эта звезда из комплекта трехрядки от альтернативной техники. Эта звезда, по-моему, на 21 зуб, если я не ошибаюсь. Вот так посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Да, 21 зуб. Эта звезда, то есть я на свой снегоход покупал комплект трехрядки, и этот комплект трехрядки получается скоростной. Скоростной. У него увеличена верхняя звездочка, вот эта, нижняя также на, сколько там, 47 идет. То есть нижняя точно такая же по зубьям, а верхняя была увеличена на 21 зуб. Вот, и, короче, я ее снял и докупил обычную звездочку на 19 зубов и поставил ее. То есть, короче, нету разницы, что стоит вот эта скоростная, что стоит обычная на 19, разницы никакой не почувствуешь. Разницы не почувствуешь, да? И сравните качество изготовления. То есть, ну, видно на лицо, да? То есть, тут нормальная закалка, термичка, обработка. Тут все везде облой висит. Это, получается, вот эта звезда была колено просто в масло. Ну, это просто воронение, а не закалка. Потом изготовление самих зубьев, да, то есть такое вот зацеп. А изготовление зубьев здесь, то есть все четенько, углы срезаны, как бы такое, видите, заходы сделаны, чтобы мягче передача включалась. Сделано вот это поднутрение, чтобы доставалось смазки подшипнику. Здесь же ничего нету, там просто вплотную втулка подходит, и все. Как туда будет попадать масло, неизвестно. Потом еще сделано отверстие, оно сквозное, и вот в этих подшипниках, в 25-х подшипниках, тоже сделано отверстие. То есть подшипник вставлен, с отверстия совмещены. Это сделано для того, чтобы когда цепочка набегает, она своим роликом задавливает смазку туда, в подшипник. То есть подшипник еще, это дополнительный канал смазки для подшипника. То есть качество, вот здесь качество есть, да? Люди делают, следят за продукцией, чтобы она была качественная, и к ней не надо было напильника. Ну ладно, не об этом речь. Получается, что сейчас все разбираем, протачиваем втулочку и все собираем на место. Кстати, да, и у альтернативной техники уже там идет полный комплект, все регулировочные шайбы, которые нужны. И втулки уже все подогнаны. Но проблема в том, что сайт альтернативной техники вообще не работает. То есть домен закрыт. У них есть группа ВКонтакте. В группе ВКонтакте никто не отвечает. Как-то так. То есть то ли производство закрыли, то ли что. Не могу понять. Ну, как-то так. То есть не могу уже последние полгода выйти с ними на связь. Подрезал втулочку. Положил туда стопорное колечко, ой, не стопорное колечко, вот торчит регулировочное кольцо, 0,6 получается. Но подрезал, сейчас собрал, и что-то мне кажется, что зазор маловат. Надо немножко побольше зазора сделать.
где-то у меня зазор получился 0, ну 2, в районе 0,3. Вот. И почему зазор побольше сделать? Потому что, видите, вы не видите, я в камеру смотрю, вы не видите, вам не видно. Но шестеренка, она восьмерка гуляет. Поэтому сейчас еще немножко подрезу, подрежу, чтобы был. Ну, здесь где-то зазор 0,2, может, в районе 3. Сделаю чуть побольше, пусть она немножко лучше, больше гуляет. В районе полумиллиметра, 0,5 зазор. Оно как бы цепь сама выставит звездочку, как она должна быть. Лучше немножко чуть побольше зазорчика сделать. Ну, не там, не миллиметр, чтобы она вот так болталась, а в пределах разумного. И так как исполнена эта шестеренка, в такой зазорчик 0,2 туда очень будет мало масла попадать. А за счет 0,5 будет побольше немножко доставаться смазки. Подольше походит тот подшипник внутри. Все, снимаем, разбираем еще раз. Подшипники специальное дело. Ну, этот подшипник только-только насажен. Он бушный, не новый. Ушные не новые, а эти подшипники специально сделал, чтобы они вот так, ну, просаженные сделал, чтобы они снимали как-то так. Это все для того, чтобы просто выставить зазоры. Одел уже новые подшипники сюда, естественно, подрезал втулочку как не надо, это все уже выставил. Получаем, берем 204 подшипник, 204 подшипник, ставим вал до упора, вот в эту сторону пихаем его. И прикладываем, ну, вставляем вот это кольцо упорное и прикладываем сюда подшипник. Видим, да, что вот в этом месте у нас есть зазор. Зазор. Этот зазор сейчас на глаз, ну, примерно верно, где-то в районе 1,5 миллиметров. Есть вот такие регулировочные шайбы. Я не знаю, где вы купите. Как бы они у меня есть. Есть. Где, куда их положат? А, вот он, пачка у меня есть. У меня как-то было куплено с запасом. Ну, естественно, там коробки людям, если перебираешь, то они остаются бушненькие. Это чисто новая шайба. Есть 2-миллиметровая, 5 штучек, да, получается, и полумиллиметровая. Сделать так, парни, да, чтобы 104-й вал ходил, и у его тепловой зазор был... У кого-то валы ходят там в районе миллиметра, вот так вместе с вариатором это все вы дергаете, то вам нужно вот сюда подложить регулировочную шайбу. Сейчас мы сделаем так. У меня еще есть вот такое регулировочное кольцо. Оно где-то 0, может 0,3. Я, получается, две вот такие маленькие сейчас бахну под подшипник. А если у меня будет люфтец, я просто вот этим положу кольцо. Как-то так. И эти же регулировочные шайбы выбирают зазор под этими вот подшипниками на валу заднего хода. Все, выставляем зазоры, ну, как бы ставлю вал и показываю, какой зазор должен быть. На этом моменте, парни, стоп. Так как я собираю коробку на столе, а она не стоит у меня на снегоходе, поэтому я одел подшипники на все валы. В вашем же случае, когда вы собираете коробку, она стоит на снегоходе, с одетыми подшипниками, именно с 204-м подшипником на 104-м валу, и 204-ми подшипниками двумя на валу заднего хода, вам, парни, прямо на снегоходе будет не запихать все валы на место, потому что длины цепочки не хватит, чтобы дать свободы. Как правильно установить валы на место? Сейчас вот здесь вот в углу или в этом всплывет видео, ссылка на подсказку. Также это видео будет в описании под видео. Посмотрите его внимательно. Я там показывал, как именно собрать, поставить валы на место. И сразу же расскажу про натяжитель цепи. Принципиально натяжники одинаковые, они эксцентриковые, только что это корпус коробки старого образца, а эта коробка уже более нового образца. У вас, скорее всего, вот такой натяжитель, но разницы это не имеет. Натяжитель, так как эксцентриковый, он может вращаться, натянуть цепь как по часовой стрелке, вот как мы на него смотрим, так и против часовой стрелки. Натягивать нужно против часовой стрелки, еще раз, против часовой стрелки, чтобы эксцентрик подошел к цепочке вот с этой стороны.
так как цепь у нас, вот коробка так и стоит, вращается на передней передаче вот в эту сторону, вот так идет, то эксцентрик должен подойти вот с этой стороны. В случае, если болтик вот этот маленький выкрутится, чтобы эксцентрик оттолкнуло и цепочка ослабла. Если вы натянете по часовой стрелке, то есть вы натяжник заведете вот с этой стороны, вот так вот сюда, раз, завели, цепь сюда крутится, у вас болтик выкручивается, и у вас звездочку закусит в цепочку, и цепочка лопнет. Понимаете принцип? Цепь натягивается, если мы смотрим в смотровое окно, оно у нас вот с этой стороны. Вот это окошко, если мы откроем, вот здесь представим, что вот эта цепочка. Цепочка должна от оси отклоняться в одну сторону на 5 мм и в другую сторону на 5 мм. 3-5 мм, вот так. Все, одели подшипник, одели регулировочные шайбы. Когда у нас корпус открыт, я не знаю, заметите вы нет, но на руку ощущается зазорчик. Закрываем крышку. Зазоры всегда надо проверять с закрытой крышкой. Подожди, подожди, вилка не попала. Подними немножко. Так. Попадаем в вилку. Ставь. Так. Прижми вот здесь. Ну, естественно, если вдвоем один прижмет, все четенько. Тут, ну, на руку две десятки точно есть. Все четко. То есть вал не зажат, и все офигенно. А когда вот у вас получается на снегоходе стоит, и за вариатор вы берете, и вал шевелится, как я и говорю, то есть это просто-напросто все убирается этими вот этими регулировочными шайбами под 204 подшипник. Они есть вот такие. Ну, вот таких я давно не мог найти. То есть если вот сейчас, допустим, положить вот сюда регулировочное колечко, вот так вот чпунь. А, оно даже не влезет тоже сюда. То есть зазор такой. Как-то так. Так. Все, сейчас остается напялить подшипники новые, старые снять, а новые одеть на вал заднего хода и все вместе с цепочкой это одеть. Остается нам только поменять вилку, так как старая немножко изношена. Уже делаем новое все, поэтому новое. И старая ось тоже самое, есть износ, где как раз где работает шарик. Так, смотрите, вилка должна в коробке располагаться, то есть вот у нас переключалка сама, флажок, а вилка располагаться вот в таком положении. И когда, ну, чтобы вилку вставить, это надо сделать так: берем новую ось, да, получается, ось, и вот так ее здесь засовываем. Но у нас есть очень тугая пружина, которая заводится туда, и вот такой вот шарик. Парни, наберитесь терпения, да, посмотрите лучше до конца, то есть чтобы потом вам не по гаражу не бегать и не искать этот шарик, то есть лучше делайте так, как я показываю. То есть закидываем шарик туда, вовнутрь, да, получается. Вилка у нас стоит вот так. Со стороны резьбы, где нарезана резьба в коробке, берем кусок болта, да, М10, и вставляем его с этой стороны. Вставляем шарик и заводим кусочек этого у нас обрезка болта. Так, завели. Вот смотрите, мы все попали легко. Теперь делаем его плюс-минус. Вот такое положение, чтобы он у нас торчал. Но шарик у нас находится там под ним, как бы уже заведен. Все, заходи с этой стороны. Дальше. Не забываем на ось одеть резиновое колечко, оно чтобы уплотнялось. Дальше. Ставим вилку. Ставим вилку. И получается, ось заводим, вилку, да? Вот так завели. Оставляем вот здесь место, чтобы нам можно было этот болт выпихнуть. Так, сейчас тут что-то у меня то ли попало, то ли что. Подсмажем. Подсмажем. Вот так вот. Так вот. И, грубо говоря, сейчас на резким раз, то есть держать вилку и резко пропихнуть ось туда. Все, делаем. Получилось. С первого раза ничего не этот, никуда ничего не улетело. То есть, понимаете, да? И сейчас остается только вкрутить
ось в корпус, вкручиваем ось, контролируйте, чтобы когда вкручивать будете, чтобы колечко туда зашло, а то бывает такое, что его срезают и оно не этот, но все равно срезал остренько, немножко срезал, чуть-чуть, ну это фигня, ничего страшного нет. Все, у нас, грубо говоря, ось на месте, без всяких мучений. Ну это, парни, это, опять же, я вам показал самый простой способ, как эту вилку поставить. Чихонь-чихонь, все переключается. Последнее действие, что надо сделать с коробкой, это отрегулировать вилку, переключение передач. Получается, есть у нас на оси шлиц под плоскую отвертку, и он, ну, вращая отверткой, будет двигать вилку туда-обратно. С другой стороны контрагайка. Поэтому, что делаем? Закрываем крышку, попадаем вилкой на, естественно, шестеренку, да? То есть крышку закрыли, ставим нейтраль. Чик, нейтралку. Поймали. Да? Поймали нейтралку. И снимаем крышку, только аккуратно это надо сделать. Не очень это просто, но все снимется. Желательно не шевелить. Смотрим положение. Вот так вот покажи отсюда. Смотрим положение, в каком стоит шестеренка. Покажи вот туда-то немножко раз. Вот, что видно. Вот здесь зазор есть. Видите, да? Это нейтраль у нас. Дальше. Самое главное, поймайте включение передней передачи. То есть закрываем обратно. Закрываем обратно. Включаем обратно переднюю передачу. Чик, включилось. И снимаем снова крышку. Это самый простой способ, опять же, настроить эту вилку. Это можно все сделать и на снегоходе. Смотрим зацепление. То есть полное зацепление. Главное, вот здесь, чтобы зазора не было. То есть шестеренка включилась. Все идеально. И сейчас еще посмотреть на вот как на заднюю передачу будет включаться. Ну и все. И все будет настроено. Включаем. Включаем заднюю передачу. Все, задняя включилась. Возвращается в обратную сторону. Снова снимаю. Господи. Так, сняли и смотрим. Полное включение задней. Но самое главное поймать, чтобы вот так вот было. То есть, чтобы шестеренка не вот так зацеплялась. Вот так, да? Можно, короче, настроить так, что нейтраль будет вот в таком положении. То есть здесь будет такой зазор. Она не за этот вал не задевает, и не за этот вал не задевает. Но при включении передней передачи у вас шестеренка в зацепление зайдет вот так вот. Не больше. И у вас, пока шестерни новые, будет все нормально включаться. А когда чуть подизносится, будет передачи вышибать. То есть на переднюю сделать вот так, чтобы она плотничком сюда входила. Вот, а нейтраль где-то вот на таком расстоянии, чтобы буквально миллиметрик, что здесь было, все. А задняя, она в любом случае, она будет нормально втыкаться. Все, вот вся настройка. Можно делать это, кто-то делает это, получается, кто-то делает по-другому. Сейчас покажу, какой принцип. Так, шестерни. Закрываем и, получается, включаю первую передачу. Так, включить первую передачу, да. И вилкой, получается, надо вилкой, чтобы двинуть ее в ту сторону, закручивать. Закручиваем вилку. Щелкнула. То есть она сейчас выключилась. Не, не выключилась. Она сейчас перешла на... То есть сейчас она щелкнула, и не будет у нас бот нейтраль. Чик, нейтраль, бот. А задняя передача не будет фиксации. То есть она ушла с этой фиксации. Ну, это сложнее. То есть это заворачивание вилки, ну, оси заворачивание, это сложнее сделать. Проще настроить вот так, как я вам показал. Вот, фиксация включилась, переднюю передачу. Открываем крышку и смотрим. Можно буквально чуть-чуть довернуть. Видите, она буквально здесь зазор миллиметр появился. Хотя он, ну, можно и так оставить, кстати, нормально. Уже более лучше. Опять же, проверить нейтраль. Главное, чтобы нейтраль был.
Все, не пролезь. Все. Все, пацаны. Это мне коробка вот здесь, вот за сегодняшний. О, вот так вот, вилы. Я ее сделал. Все, надоело. С коробками руки вот такие черные. Поставьте лайк за черные руки, за грязные. Все, пацаны. Всем удачи, всем пока. Катайтесь, пацаны, не ломайтесь. Готовьте свои санки к зиме. Все, всем удачи, всем пока.